Официальный представитель МВД России Елена Алексеева. В Липецкой области сотрудниками полиции задержан бывший мэр города Благовещенска. Экс-чиновник находился в федеральном розыске по подозрению в совершении ряда должностных преступлений на прежнем месте работы. 4 уголовных дела были возбуждены в отношении него еще в 2011 году. Как стало известно, подозреваемый, будучи мэром Благовещенска, используя свои служебные полномочия, незаконно предоставил собственности одной из коммерческих организаций земельный участок площадью более 70 тысяч квадратных метров. Участок был продан без проведения торгов при существенном занижении цены. Тем самым злоумышленник причинил ущерб государству в размере порядка 20 миллионов рублей.